Всем привет, дорогие друзья, с вами Эдисон, и сегодня мы играем в такой режим под названием, какой называется Smash, вместе с Фрешем на сервере... Всем привет! Да, на сервере Shotball, да. Shotball.net, точнее. Ну, он называется, да, короче. Так, я вообще никого не вижу пока. Кто заметил, что у Эдисона поменялся ник, ставьте лайки. Да. Я тут вообще очкоглазого нашел. А, я как... Во-во-во-во-во-во, я тоже тут уже нашел нормально так человек. Давай вниз, мы пока в тиме, да, будем, как я понял? Да, мы в тиме. Я так и назову серию, очкастый Марио. Ты где? Я его выкинул. Я не знаю, где. О, я еще тоже кого-то нашел тут. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Знаешь, как это выглядит? Иди сюда, иди сюда. Нифига себе, мини. Как это, в Hunger Games, там идешь, такой видишь, там чувак... О, я сзади, так что... Сзади чувак заспавнился. Синего. Он зажигалку взял. А я еще даже ни одного предмета как бы не нашел. А я тут яблоко нашел. Ой-ой-ой, да твою ж мать, меня скинули уже. Не ругайся. Да твою мать, это не мат, это просто. В России это мат. Не мат это. Так. Если я вспомню, то я, наверное, запикаю. Если я не вспомню, то я не запикаю. Чё запикаешь? Это слово. Твою мать? Смотри, я меньше пикать будет. Просто в России это мат. Твою честно. Мать это не мат. Блин. Ну смотри, я просто говорю твою. Твою это же не мат, да? И мать. Ну, словосочетание это считается, что это мат. И мать это не мат, это твоя мать, женщина. Ну, понимаешь, в России как бы. Ой, нашел Golden Sword. А если сказать, твой отец, это чё, мат? Это не мат, а вот ну, я имею... А мать почему мат? Знаю. Проси его, вот, президент. Так прийти к нему и скажи, я волнуюсь вашим языком, так что скажите, почему у вас вот это вот, хотя бы это вот это не то. Чё-то, блядь, я такой иду, короче, по чувака бью, потом беру, такой в богах оказываюсь, такая, это, стенка. Да иди ты, о, я пацана скинул, не скинул, не знаю, он, короче, упал вниз, да, вроде, да, ски... да скинул, написал, что я скинул. Я тоже скинул, а, нет, или да. А я не знаю, я, если честно, за целую игру нашел только один деревянный меч. А я золотой... Граната! Ой-ой-ой-ой, сзади чувак. Красный чувак, голый чувак. С тобой на этом, на первом месте. Ой-ой-ой-ой-ой, иди нафиг, я куда мне идти? Чувак. Твою бабушка. Или давай будем твой кот, если твою мать это мат. Тебе это допикать. Но если я не вспомню, то мне не надо это пикать. Чё, да, ты вспомнишь? Я горю! Я еще одного чувака выкинул. Отлично. У меня уже 80 этой фигни. А, у меня 60. Фу, еще один чувак остался. Давай скинем ему. Его. Он мне сейчас меня скинет. Давай вниз быстро. Ой, это ты. Так. Нет. О, я его скинул. Да ты чего? Ну мы же двое остались. Ты кто выиграет? Я. А, ну я в принципе знаю, ты дольше играешь в Smash, чем я. Ну я. Ты не поверишь, что я нашел. Че? Алмазный меч? Нет, лучше супчик. Да нафига тебе супчик, если ты только заспал. А, ну хотя ты потом его сможешь съесть, зараза. Нет. Че? А вот. Иди нафиг.
Кимбета! Я сразу запомнил ник. Какой Кимбета? Иди нафиг. Я запомнил. Тогда я буду говорить твою мать. Все тихо, тихо. Ну твою мать это мимо. Нет, не говори, не говори сразу. Иди. О, ты супчик сел. Да ладно. Прощай. Ты не сдох? Нет. Читер. Ай, огонь, 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 нам не нужен огонь. Бежим от огня. О, кого я? Я еще в воздухе так ударил, чтобы ты улетел подальше. Зараза. Такой, ой, что-то... Один. Ты зараза. Ну ты, в принципе, выиграешь, как я понял. Ну да, выиграй, да. Просто крыса, ты всегда крыса в любой игре. А сам-то, блин, когда в этом, в Quakecraft'е недавно. Ух ты, чё тут на вершине, тут столько бонусов, ты не поверишь. Там ведь никто не кипал, тут пипец как много бонусов. Выбирай на свой вкус. Так, во-первых, это я использую, это я. Так, это я возьму. Тут ещё телепорт остался. Ага! Иди сюда. А, ну конечно, ты себе меч взял. На, ну конечно. Все, вали, я возьму мой телепорт. Да. Ты Ты че как. Ты че как баба ищешь? Да я испугался, я думал ты внизу. Это аж класс. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ты меня не скину. Скину. Сейчас скину. Ой-ой-ой. Фу. Я говорю, что застрял? Слава богу, мне телепорт был, я бы сейчас уже сдох. Где ты, где ты, где ты? Не поверишь. На дереве. Не верю. Не надо. Не верю. Я все равно вижу, что ты сзади бежишь. А, ты не бежишь сзади. Вау. Тебя плющит немножко. Так, 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 так. О, бомба. Нет, бомба. Не скинул, не скинул, не скинул, не скинул. Ты умер? Да. А у меня еще джетпак был, я даже вроде. Пауза. Давай пауза. Итак, мы продолжаем. Да. Я нашел уже сахар. А что он дает? А, скорость. Кстати, можешь, в принципе, рассказать правила игры, ты любишь рассказывать, а это первая, это первая серия этого режима, поэтому не все знают этот режим, так что можешь рассказать. Блин, это уже как бы... Да, блин, да. Я выбросил! Ой, я в тебя попал. О-о-о-о-о-о. Чё сейчас будет? Я не знаю, я слишком попал. Да вроде... Короче, ребят, смотрите. А у вас есть 3 жизни, всего лишь 3 жизни, точнее 3 смерти. А жизни у вас бесконечны. То есть вы должны просто людей бить, чтобы у них отдача была, и чем больше отдачи, тем быстрее они будут падать. И основная тут задача это просто, чтобы игрок упал. Столкнуть вот. Игрока за карту. Да, я уже двоих скинул, прикол, двоих подряд. Я, короче, смотри, подошел, одного скинул, второй подошел сзади, я его тоже скинул. Короче, у меня... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И чтобы узнать свой процент, смотрите, ну, чужой процент у него над ником. А вот свой процент вы узнаете, где ваша шкала опыта. То есть, сколько у вас опыта, сколько, какой у вас уровень, такой у вас и процент. Да. Вот у меня так надерутся. Во, я, короче, поставил плиту с динамитом и сам на нее наступил.
У меня 100% сдуреть можно. Сзади, 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 чуваки, столько их. Двое их. Я хочу найти себе оружие и пойти на них. Вот, нашел себе золотой меч. Так, это не ты, да? О, я супчик нашел. А, отлично. Сзади, чувак, я бегу к тебе. Такой слоупок, ой, сори. Куда он упал? Не супал. Я пока сейчас возьму каменный меч. Ой-ой-ой, где он? Кстати, ребят, если что, я играю с сектор-паком R3D, ну или Red. Пацан читер. В смысле? Пацан черный читер. Он, короче, взял, просто взлетел. Ну я что-то тоже заметил, что он... О, я двоих скинул подряд. Ну как и я. Да не бей, кто меня бьет? Вокруг меня вообще никого нету, но кто-то меня бьет. Какой-то призрак. А, это ведь... А, это атриум. Короче, что-то есть на нижнем этаже, по идее, призрак, который бьет. Да? Да, ну я не знаю, это легенда, но по идее, если тебя бьет кто-то, всякие частицы, то это... С нами, кстати, один чувак только. На нижнем этаже? Ну, сейчас проверим. Я буду тут стоять. Да не, в темных местах. В темных местах? Ну, в принципе, пойду сюда. Я не знаю, это просто легенда. Легенда? От кого легенда? Ну, это просто... же Майнкрафт, а не... Ну, я не говорю там... А, я нашел супчик. Отлично. И съел его. Зачем, если у меня было 20%? Да чё, не бьет меня никакой там тот... А, где тут вообще спрятался? Не знаю. Вроде еще один чувак, нет, осталось. О, меня опять кто-то ударил. Это он, читер. А вот призрак, призрак, вот он. Призрак? Я нашел призрака. Какой нафиг. Чё это было? Он читер, он взял просто. Вокруг меня все взрывается, меня бьют, толкают. Чё за хрень? Читер. Читер. Я стою на месте. Все, никого не трогаю, просто стою. Сейчас посмотрим, что вообще будет. Ну, у меня... Читер! Сейчас просто взялась, откуда-то прилетела эта штука. Да я вижу, я слышал. Он читер. Да, есть что-то такое. А то реально, я просто стою, вокруг меня что-то начинает взрываться, меня просто-напросто... Ой-ой-ой. Ты что сделал? Нет, ну, ты умер. Я просто взял и специально упал. Сзади меня, короче, динамит взорвался. Вот он. О, меня кто-то толкнул. Это он. Где? Невидимый дебил. Ты увидишь? Нет, но он у меня стреляет. Да, он тебя стреляет. Я его скинул. А, нет, он еще на нижнем этаже. О, четырюги кончены. Ой-ой-ой, я случайно упал. Да то же самое, что у меня было. Вот он, я его увидел. А, надо было просто нам это переумереть. Он как бы не читер был, он просто лаг такой севера был, наверное. Ну, вот ты его не видел. А когда ты сдох, когда я сдох, то я его увидел, и ты его увидел. То есть это... Не, это баг. Он умер? Да. Это так честно, ты... Как ты? В прошлой игре, блин. Ой-ой-ой-ой. Моё мясо. Да иди ты. Мой меч. А, ну отлично. Чё, по углам обычно всякие плюшки. Меч нашёл. Поэтому я тебя ударил. Иди ты нафиг. Ударил. Где ты? Да. Зажигалка. А, ну офигенно. Ну надо ходить. О, мне ВКонтакте пишет. Смотри, ребят. Ой-ой. Ты тварюга. Меня просто глючит. В этот раз вообще ко мне сестра пришла, так что не это. Да, и назвала тебя. Меня убил, я это... И назвала тебя зайчиком. Зайчик. Идиот. Зайчик. Ой, какой миленький зайчик. Как бы мы семья, и я еще не до такой степени большой, чтобы... Короче, как бы она моя сестра, и как ты, бы нормально. Ты, короче, зайчушка маленькая. Зайчоночек. Я тебя ненавижу. Сам себя ненавидь лучше. Зайчик.
Ты взорвал. О, господи! Это что такое? Это я заспавнил. Зайчик заспавнил монстра. О, ты меня бесишь. Дай ему запутай. Ой. Блин, собака. Зайчушка, зайчушка. Бегаем, бегаем, бегаем. Зайчик, ты где? Я тебя сейчас убью. Зайчики разве убивают? Зайчики, зайчики добрые, зайчики хорошие должны быть. Блин, 100% какой-то зайчик. Слон. Зайчик, зайчушка. Смотри, музыкальные блоки. Ага, я заметил. Ой, что за баг был? Я просто сквозь блоки полетел. Зайчик, 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 зайчик. Если зайчик покарает. Злой зайчик. Злой кролик. А, знаешь, это мультики были кролики? Не знаю. Злые кролики были. А, мне задолбали в скайпе писать. Ой, в скайпе и ВКонтакте. А может, не знаю, не знаю. Ой, что за звуки? Это ты опять заспавнил того монстра? Ой-о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 й
Блин. Да. Как? Я, короче, заспавил ТНТ, оно очень далеко улетело, и я сам улетел. Да, ты вообще. Просто логик мастер. Ты не поверишь, что я нашел. Супчик. Я сам упал так же, как ты. Если бы ты это не упал, то есть ты бы выиграл. Я тоже упал так же, как ты. Можно считать ничьей. На самом деле я выиграл. Ага. Нет, я выиграл. Я первый раз выиграл, честно. И второй раз ты выиграл, но не честно. Так ну что? Конечно, да. У тебя все честно, мне не честно. Ладно, на этом все-таки с вами прощаемся, да? Да. Если вам понравился вот этот режим, то ставьте лайки, и мы будем больше его записывать. Вместе с зайчиком и милашкой. Зайчик. Ну и. Ты понимаешь, что это теперь на это, на всю жизнь мне такой прозвище будет? Свежий заяц. Зайчик. Свежий заяц. Fresh rabbit. Так, ладно. Все, спасибо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. И всем удачи, всем пока. Зайчик, попрощайся. Скажи почему. Всем пока.